Встречайте, Эмма Попоска, предприниматель, консультант, программист и энтузиаст блокчейн. Попоска изучала информатику и вычислительную технику в Университете Святых Кирилла и Мефодия в Скопье, Македония. Позже получила степень магистра в трех университетах – Университете Осло, Университете Святых Кирилла и Мефодия в Скопье и Университете Шеффилда. Начала она карьеру стажером-разработчиком программного обеспечения Vendres Plus Hauser Group, мирового лидера в области измерительной техники, услуг и решений для промышленных процессов. С 2012 года Эмма работала консультантом и экспертом проекта в UNDP – программе развития ООН. В настоящее время Попоска является соучредителем Брантек, специализирующейся на создании децентрализованной инфраструктуры для совместного использования данных и управления идентификацией.